Семейные ужины, встречи поколений к родителям и младшим собратьям приехали теперь уже звездные родственники артисты уникального циркового шоу и по совместительству бывшие воспитанники Самарского зоопарка. Кстати, сейчас там подрастает новое поколение горных львов. Ирина Трофимова с последними новостями из мира животных. Ник совсем молодой цирковой артист, на арене всего около года. А вот со своими родителями встретился впервые после долгой разлуки. Забрали из зоопарка его совсем ребенком. Своих настоящих родителей Парамона и Парму не видел никогда. По правилам, сразу после рождения детенышей забирают и селят в отдельную клетку. Они находятся постоянно на руках. Ведь в нашем зоопарке животные выкармливаются, детеныши выкармливаются вручную. Поэтому они знают человека, можно сказать, как родители, а не воспринимают его как опасность. И, конечно, такие животные ценны своим поведением для цирков и для тех людей, которые хотят близко общаться с животными. Так что по факту с первых дней их воспитывали сотрудники зоопарка, но и тех, и других одинаково можно считать звездными родителями. Два поколения, шесть цирковых артистов, все родом из Самары. Дрессировщица Наталья Исаичева признается, увидев здесь однажды новорожденных малышей, сразу влюбилась. Встреча положила начало новой цирковой программе. С тех пор московский цирк и самарский зоопарк как одна большая семья. Во-первых, животные не будут размножаться, если у них нет условий. Хотя бы с этого начать. Вот. И контингент тут очень хороший, персонал, который умеет видите, мы разговариваем. Правильные зоологи. Судьба самых младших потомков Парамона и Пармы пока еще не решена. Двухмесячные малыши пока только набирают вес и привыкают к людям. Но в скором времени их также отдадут или в цирк, или в другой зоопарк. Ирина Трофимова, Александр Ерофеев, новости губернии.